Коллекции музеев формируются самыми разнообразными путями. И один из самых, пожалуй, интересных источников музейного собрания – это дары. Русский музей – не исключение, его коллекция во многом сформирована дарами и дарами самыми разными, значительными по числу или, наоборот, единичными подношениями. И среди, наверное, коллекции, о которых надо говорить особо, это коллекция княгини Тенишевой. В самом начале истории Русского музея, в 1898 году, когда музей только распахнул свои двери для посетителей, ему была представлена замечательная по полноте коллекция русского рисунка. Она была собрана Марией Клавдиевной Тенишевой на протяжении достаточно короткого времени, буквально 5-6 лет. И коллекция рисунка, это детище очень любимое Марии Клавдиевны Тенишевой, она намеревалась с самого начала формирования преподнести в дар музею. И вот сама история существования музейного дела в России, формирование абсолютно нового института музея императора Александра III сподвигло княгиню выбрать именно русский музей в качестве места, где будет находиться ее коллекция. Мария Клавдиевна была личностью неординарной. Она действительно трудилась на ниве культуры без устали, и формирование коллекции не было ее единственной задачей, но в данном контексте мы остановимся именно на этой стороне ее деятельности. Итак, в 1898 году в Русский музей поступило 470 произведений, которые принадлежали ранее княгине Марии Николаевне Тенишевой. После того, как она передала в дар свою коллекцию, она не оставляла ее своей заботой и вниманием. И два зала на первом этаже Русского музея, сейчас это залы номер 23 и 24, в прошлом это были залы номер 14 и 15, были целиком отданы для экспонирования этой коллекции. Причем Мария Клавдиевна принимала самое деятельное участие в том, как подать публике этот материал. Она заказала Николаю Леонтьевичу Бенуа специальные стенды, на которые должны были экспонироваться произведения. Более того, были специальные устройства, которые листались как такие книги, где также размещались рисунки, и буквально в двух залах удалось княгине показать эту коллекцию целиком. Коллекция была заявлена как собрание акварельных работ. Они занимали действительно в собрании очень важное место, но помимо них были и рисунки. Рисунки русских художников и рисунки мастеров Россики, тех, кто работал в России в конце 18-го, начале 19 века. История формирования коллекции – это часто пересечение очень интересных имен, и время меняет акценты. Собирать коллекцию Марии Клавдиевне Тенишевой помогал Александр Николаевич Бенуа. Для нас сейчас это маститый искусствовед, ученый, художник. А тогда это был уже известный, но очень молодой историк искусства, который увлеченно занимался своим делом. Благодаря его участию в коллекции княгини появился вот этот замечательный портрет работы Кипренского. И появился он как портрет неизвестного генерала. Происхождение его замечательное из коллекции хранителей Эрмитажа Андрея Ивановича Сомова, отца будущего знаменитого художника Константина Сомова, тогда еще начинающего, юного и совершенно неодобряемого критикой художника. Но, как я уже сказала, он был куплен как портрет неизвестного генерала. И именно так он существовал долгие десятилетия в музейном пространстве. Экспонировался на выставках. И только когда готовилась большая выставка, посвященная юбилею художника Ареста Адамовича Кипренского в 1982 году, было установлено, кто изображен на этом портрете. Благодаря атрибуционной работе, которую проделал Владимир Петрович Старк. И благодаря его изысканиям было установлено, что на портрете изображен Дмитрий Выдомский, генерал-майор. Личность не особенно примечательная, он не был ни боевым, ни строевым генералом. Он был соседом и дальним родственником Алексея Романовича Томилова, коллекционера, мецената, в усадьбе которого часто гостили художники, в том числе и Арест Адамович Кипренский, где он рисовал и хозяина дома, и его гостей, и, вероятно, этот портрет был выполнен в усадьбе Томилова-Успенская. Чем еще любопытно это обстоятельство? Дело в том, что в коллекции княгини Тенишевой находилось очень большое собрание рисунков
Александра Орловского, польского художника, который долгие годы жил в России и тоже посещал это имение. И в данном случае мы можем предположить, что рисунки, созданные в этом доме, они встретились в собрании княгини Тенишевой. Русский музей обладает одной из самых значительных и самых обширных коллекций рисунков и акварелей Карла Павловича Брюллова. И значительная часть этой коллекции она сформировалась тоже благодаря дарам. Среди дарителей надо отметить племянников Карла Павловича, которые на рубеже уже 19-20 веков преподнесли в дар музею целый ряд произведений. Среди даров, опять-таки, княгиня Мария Николаевна Тенишева. В состав ее коллекции входило несколько акварелей Карла Павловича Брюллова. И я уже говорила о том, что именно как акварельную коллекцию Мария Клавдиевна преподносила свое собрание, несмотря на то, что там были и рисуночные материалы. И одним из дарителей был император Николай II. Коллекция акварелей Брюллова очень разнообразна, но среди даров в этом зале, наверное, прежде всего привлекает внимание поздняя большая акварель великого маэстро – это «Сладкие воды». Увлечение Востоком было характерно для Карла Павловича, он совершил путешествие, у него действительно были реальные впечатления от Константинополя, от восточных городов, от особенностей этой жизни. И тема Востока вошла в его творчество достаточно ярко. И на самом деле, пожалуй, именно в графике, а не в живописи, тема Востока получила разнообразное и очень яркое воплощение. Любопытно, что вот этот знойный, страстный Восток очень часто Брюллов предлагает увидеть монохромно. Целая серия сепий, именно сепий, посвящена у него Востоку и передает вот этот необычайный колорит жизни. Но среди этих работ есть и цвет, есть поздняя акварель «Сладкие воды», которые также демонстрируются в этом зале. Русская академическая школа 18-го, первой половины 19 века славилась необычайным мастерством рисовальщиков. Коллекция Русского музея включает достаточно большое число натурных рисунков академистов. Среди них есть и дары. Дары первоклассных художников Ареста Киприенского, Андрея Иванова, Алексея Егорова. Это действительно рисунки, которые служат свидетельством необычайного мастерства художников. И не случайно после окончания Академии художеств для них не существовало задач, которые они не могли бы разрешить. Мастерство было настолько виртуозным, отточенным, что способность нарисовать человеческую фигуру безупречно и совершенно, начиная с любой точки, была присуща практически любому выпускнику Академии художеств. Среди обширных графических коллекций, которые поступили в собрание Русского музея, надо отметить, конечно, коллекции Владимира Николаевича Аргутинского-Долгорукова и Сергея Сергеевича Боткина. Хотя сами коллекции не были подарены музею, но отдельные произведения из их состава были поднесены музею именно как дары владельцами или представителями семьи. Дело в том, что многие коллекционеры конца 19-го, начала 20 века, формируя свои собрания, предполагали их дальнейшую музейную судьбу. Тот же самый Владимир Николаевич Аргутинский-Долгоруков отмечал в письмах, что он надеется когда-нибудь передать свою коллекцию музею императора Александра III, но исторические события распорядились иначе, и отдельные дары в начале века были сделаны князем, а затем его коллекция была уже национализирована. Хотя долгое время она находилась в музее на временном хранении, с тем, чтобы уберечь ее от исторических катаклизмов и в дальнейшем передать уже непосредственно в музей.